Пожалуй, только знатоки автоистории вспомнят, что индийская марка Mahindra 70 лет назад была создана для выпуска американских внедорожников Willys. Между тем, его прямые потомки продержались вплоть до прошлого года. А сейчас пришло время выдать рынку идеологического преемника. Новый внедорожник Thar эксплуатирует и легендарный стиль, и рамную концепцию. Хотя напрямую скопировать легендарную решетку радиатора махиндровцы не решились. Первым делом на конвейер зашла короткобазная трехдверка. Но скорее всего в серию пойдут и более практичные варианты. Внедорожник имеет съемные двери, предлагая на выбор мягкий складной верх или жесткую съемную крышу. Тару достались моторы нового поколения. Их позднее будет использовать американский «Голубой овал», так как Ford и Mahindra разрабатывали движки совместно. К любому агрегату можно пристыковать механику или автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Тут все честно. Пружинная подвеска тоже устроена бесхитростно. Спереди независимая двухрычажка, сзади неразрезной мост. Но, несмотря на простую конструкцию, Thar имеет актуальную ездовую электронику, приятно скроенный салон и другие атрибуты современного автомобиля, включая медиасистему и климат-контроль. Сколько все это будет стоить? В Индии машины начнут отгружать клиентам через пару месяцев. Местные журналисты уверяют, что модель хотят отдавать за приятные 15-20 тысяч долларов. То есть чуть больше, чем УАЗ сейчас просит за свой древний Патриот. Мы не часто освещаем новости из IT-индустрии, но Яндекс подкинул нам интересный повод. Российский интернет-гигант прекращает поддержку приложения Яндекс.Такси, запуская новое под названием Go. По замыслу его пользователи доберутся куда угодно на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем. Также программы для смартфонов позволят заказывать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, плюс отправить посылку или перевести груз. Таким образом, Go объединит внутри себя функционалы нескольких сервисов Яндекса – такси, каршеринга, Яндекс.Драйв, а также Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки.